Установка базовых станций в регионе, говоря простыми словами, уже напоминает сказку про белого бычка. Сколько раз объясняли специалисты и эксперты, что связь безопасна, а излучение не вредит здоровью. Каждая базовая станция обрастает не только антеннами, но и слухами и мифами. Сегодня на сход собрались жители деревни Нарваш-Шигали. Собрались вокруг уже давно стоящей базовой станции, когда узнали о планах ее модернизации. Вспомнили о старых страхах. В итоге небольшой населенный пункт едва не раскололся надвое. Одни против, другие за. То, чтобы наладить современную связь. Нам-то надо интернет, да, нам нужен. Вот пожилые говорят, что им вредно. Ну, это, наверное, только мифы. Вроде интернет сейчас везде, в городах вообще рядом стоят. Домами. Мы думаем, интернет нужен. Вышка нужна. Ну, связь у нас была, конечно, не самая хорошая. Потому что село, территории большие, а связь охватывает мало. Но нам нужна хорошая связь. Мы тоже хотим жить. Чтобы примирить спорщиков, в Батыревский район приехала министр цифрового развития и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина. Есть объективные расчеты, которые делают специалисты, на основании которых выбирается лучшее место установки базовой станции. Да, на самом деле, если посмотреть сегодня на города, то у нас базовые станции где в основном стоят? Ну, на крышах домов. Да? То есть важно выбрать место, во-первых, наиболее высокое, потому что будет лучшая зона покрытия. Ну и с технической точки зрения установки базовой станции, то есть соблюдать эти правила, те так называемые соты. В очередной раз мы ответили на вопросы людей. Как всегда, у нас вопросы касаются фобий, что это вредно. Еще раз вместе со специалистами людям проговорили, что это не вредно, что мы с вами и так все пользуемся сотовыми телефонами. Да? И мы только хотим улучшить, мы там не продавать что-то приехали, а просто разъяснить, что это благо, от которого не нужно отказываться. Потому что мы в 21 веке живем, и без связи сейчас просто невозможно. В итоге, как сообщают репортеры республики, которые работали на месте, министру удалось успокоить жителей. И уже совсем скоро, сразу в нескольких селах отдаленного района появится возможность не только быть на связи с родственниками, но и вызвать скорую помощь, пожарную охрану. Более того, теперь жителям доступен суперсовременный сервис, телемедицина точно в том же объеме, что и в мегаполисах страны.